красотища. Птички поют. Погода замечательная. А Игорь там в машинном отделении масло задавливает. И гайки крутит. Опять у нас проблемы каждый день. Непонятно, что происходит. Почему-то падают обороты, как-то подклинивает двигатель. Но не двигатель, а именно передача. Может, на винт что-то накрутили. Может, с фильтром что-то. Непонятно. Течение тут очень приличное. То есть мы когда вообще встали, где-то почти 10 километров в час. Несет. Какая красота. Эх, Волга, мать, какие красоты. До Ярославля километров 40. Возможно, там нас встретят и передадут аппаратуру для телесъемки из 5 канала. Те ребята, которые заинтересовались нашим путешествием и хотят его получать трансляцию. Но что-то сдается мне, что ничего не дадут. Это водозабор. Юра говорит, что для Москвы здесь воду берут. А там впереди церквушки. Ничего себе, кто-то столько туи насажал тут. В перемешку с елкой. Красиво. Как тут живописно. Просто потрясающие виды. Церквушки. Пять церквей на двух берегах в прямой видимости. Давай, ковыряй. Оказывается, тут штук 7. Я тебе говорю, что
или вообще их тут просто не сосчитать? Много-много-много. Как пальцев на левой ноге 5 человек. Опять церквушки. Местечко называется Дукино. Одна церквушка. Вот еще одна. Сколько их тут много? Молись не хочу. Женский монастырь. А как место называется? Не знаю. Красиво. Трофимовский Свято-Троицкий монастырь, видимо. Кажется, кажется. Это я сходу придумал, Леша. Ну, Трофимово место. Это главное женский монастырь. Да, то есть зря мы мимо плывем. Надо здесь ночевать, оставаться. Пойти помолиться. Такая набережная симпатичная. Это кирха какая-нибудь. Посмотрим потом.
Юля, значит, твердо, потому что... Красотища. Так не запомнил, какие там Юра почему-то взял инициативу на себе по куда-то, непонятно почему. Что там мигает? Это не нам мигает, интересно. Ну вот, прощай, Ярославль. Капитан нас покинул, сбежал с позором. Срочно ему понадобилось лекарство выкупать. На лекарство надо денег занимать. Поехал в Питер искать денег. Причем так резко. Раз, мне пора. И уехал. Мы остались вдвоем. Я без глаза. Игорь ничего не слышит и не видит. Красота, простор. И мы вдвоем с Игорем Алексеевичем. И никого больше нет. И не надо. Вагом тащит. А может и стоит.
Что за место, не знаю. Створ Рыбницкий рядом. Посмотри, место называется Рыбницы. Сзади нас догоняет толкач. Местечко Красный профинтерн. Но никак нас этот толкач не может обогнать. Почти с нашей скоростью идет. Подходим к городу Кострома. Кострома. Какой-то монастырь. Так вот, это местечко, оказывается, и называется Плёс, где нам Толмачёв обещал встречу с телевизионщиками. Я уже сказал, что, может, это все ерунда, и не надо ни на что и надеяться. Нет-нет, точно, в Нижнем Новгороде теперь передадим. Я высчитаю, когда вы где будете, договорюсь, и вам все передадут. Подходим к Кинешинскому мосту. Кинешь мне такое. Вообще очень много таких отелей, или не знаю, что это такое. Ну вообще супер. Так все сделано, красиво.
подошли к Горьковскому водохранилищу, опять начал двигатель прихватывать. Вот Игорь Алексеевич посмотрел, решил сменить масло в редукторе. Вот сейчас занимаемся. По времени, как говорится, не спасет. А что там может быть? Ну, Леша, не знаю, хочу посмотреть. Ну. Опа. Ты, это твой, да? Да. На малом он, да, стоит? Да. Так. Вот, понятно. Это вот буденный подшипник. Вот он смазывается здесь, вот подшипник внутри, он ходит по трубе, вот там труба, которая привинчена к маховику, он вот ходит, чтобы это. И вот этими ушами давит, ну, естественно, с маховиком сидит напрямую. То есть это вот может крутиться, прокручиваться. Этими вот ушами он... Е-мое. Дай мне свет, пожалуйста. Вот, Игорь, осторожно, я возьму. Я все вижу, я вижу. Горьковское водохранилище. Мель, так что ли, обозначена. Могила парохода. Вот он, Юревец. На берегу Горьковского водохранилища. Появился интернет. Погода немножко портится. Хотя тепло. Ветер южный, юго-восточный. До 14 метров в секунду порывы, 9-10. Игорь Алексеевич за баранкой нашего паровоза. Ямской дол. Красивые, высокие берега. Замечательно. Какая каракатица идет колесная. По Горьковскому. Шлюз на выходе из Горьковского водохранилища к Нижнему. Это наше первое шлюзование без капитана Юры. Жалко, что я не включил камеру. Это был прикол. Я думаю, сегодня Игорь Алексеевич спать не будет. Так мы входили, потом раз пять там пытались встать у третьего рыма, потом у пятого, потом у шестого. В общем, смех. Там диспетчеры, наверное, офигели вообще.
вторая часть городецкого шлюза. Первую мы уже прошли и заночевали здесь между ними. Первую прошли с позором. На ночь стали вот за этим молом. В 3 часа ночи почувствовал удар, выскочил. Смотрю, снесло нас с залива, вот об этот мол с обратной стороны ударило. Хорошо, что не на судовой ход снесло. Не ударило, а остановило. Остановило, но был удар. Наш. Не жмись так! Не жмись так! Нас откинет, блин, как в прошлый раз было. Бросай, накидывай второй. Все сложно было, только потянуть за конец и все. За какой конец? Вот я набросил. Вот тот конец, вон там выложено все. Берешь и тянешь. Снизу. Снизу. Леша, ты для себя сложил. Я не понимал, зачем мы стейки заказывали. Объясни, как это надо было сначала. ССП-82 швартовались, наблюдаемся. Ну, шлюзовались успешно в этот раз. С утра усовершенствовали топливную систему, выкинули патентованный американский фильтр с какими-то завихрениями. Жизнь будет показывать. У нас тут мушки завелись, вся стенка в мушках. Катер ССП, выход нашел?
светит, горит зеленый, ворота открыты. Скидывай конец. Скинул. Нос оттолкни. Нос оттолкни. Оборота прибавить? Отца к Нижнему. Погода улучшается, скорость у нас бешеная, было какой-то момент до 16 километров в час, сейчас 15. Похоже, проблему нашу мы решили. Игорь на этом потерял полгода, кучу денег, а все дело было, видимо, в фильтре. Ну, не знаю, может быть, это и не так, вот сейчас проверим это окончательно. Но мы идем уже 2 часа и никаких проблем, то есть все отлично. Просто вытянули элемент фильтра из дополнительного американского навороченного патентованного фильтра с какими-то загогулинами. Нижний Новгород. Такой мост. Строится какой-то комплекс спортивный. Вот это да, грандиозно, грандиозно. Себе там такая крепостная стена. Старый город. Здесь пришвартоваться.
Вот так мы встали в Нижнем, прямо в центре города, рядом с причалом. За шестым причалом. Набережная Нижнего. Подошли к нам милиционеры, спросили, что мы здесь делаем, что мы здесь стоим. Сказали, что первый раз видел здесь таких ребят, которые на своем судне здесь посреди города встали. Такое ощущение, что это все наводил. И тут борщевик, ё-моё. Как же так? Надо как-то бороться с ним. Памятник Чкалову, самому великому летчику нашего времени. Просто восхищен Нижним Новгородом, такой замечательный город, красивый, с рельефом, с Кремлем, с кучей церквей. Очень красивый, очень впечатляет. Хочется его смотреть и смотреть, побыть здесь еще денек, но, к сожалению, завтра уходим. Утренний Новгород. 4 часа утра. Не спалось, решил заснять. Солнечное утро. До свидания, Нижний. Уходим дальше в море. Прощай, любимый Нижний. Уходим мы в реку. Сейчас 22 мая, 15 минут третьего, мы вышли снова в Волгу. Оказывается, канатная дорога, вот эти опоры, вон там кабинки. Сейчас посмотрим, где они там. Не видно пока. Куда-то далеко.